К 2020 году страны Евразийского экономического союза планируют реализовать первый этап создания единого транспортного пространства. Сейчас стороны разрабатывают соответствующие документы и работают над устранением законодательных барьеров. Об этом стало известно в ходе очередного заседания Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии, которая проходит в Алматы. В рамках нового интеграционного объединения планируется формирование скоординированной транспортной политики государств-членов таможенного союза и единого экономического пространства, направленной на обеспечение экономической интеграции. Поэтапного создания единого транспортного пространства на принципах конкуренции, открытости, безопасности и надежности. В процессе разработки документа будет использована успешная мировая практика, так как в конечном итоге планируется интеграция единой транспортной системы Евразийского экономического союза в мировую транспортную артерию. Мы предполагаем, что первый этап будет завершаться 2020 годом. А затем это был 2030 год, и к 2030 году результат, мультипликативный результат транспортной политики будет характеризоваться следующими цифрами. Мы предполагаем, что валовой внутренний продукт от этой сферы интеграции в Беларуси повысится на 1,1%, в Казахстане эта цифра будет меньше, но это тоже очень емкая цифра, около 0,7 и несколько меньше для России. Эти такие рамочные цифры, как вы правильно, я надеюсь, понимаете, но вместе с тем я глубоко убежден, что эффект мультипликации от развития транспортных сфер, от развития транспортных коммуникаций будет значительно выше.